Дорогами славы под таким названием в нашем районе проходит краевая молодежная патриотическая акция. Ее задача – уход за памятниками, обелисками, захоронениями солдат Великой Отечественной войны. Аллея славы Славянского городского кладбища – это историческое место, где нашли свой последний приют герои войны и труда. Их имена очень много говорят сердцу каждого славянца. Совместная акция волонтеров Победы и волонтеров Серебряного возраста по наведению здесь порядка говорит о том, что в нашем районе не забывают выдающихся людей. Мы приехали с ребятами, волонтерами Победы, Серебряные, возраста волонтера Серебряного возраста, решили навести порядок, провели экскурсию с ребятами по каждому человеку, кто захоронен здесь, рассказали о них, они познакомились с наградами. Аллея славы усилиями славянских волонтеров была убрана. Участники акции почтили память героев и поклонились их нестареющему подвигу.